где у нас шли ремонтные работы? Значит, ремонтные работы в 9 километрах новые, вот эти промокнутые стороны. Это у нас правая часть, да? Это правая часть. Левая, я так понимаю, она в рабочем состоянии, но тем не менее нужно там, она немножко все-таки пострадала. Надо довести ее до идеального состояния. Мы с трех заводов.